Глава номер 17. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю замет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, вся земля ханаанская во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завету между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: «Сару жену твою не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя ты, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И Измаиле я услышал тебе, вот, я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, который родит тебе Сара, сии самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Конец главы номер 17.